Дорогие друзья, мы подъезжаем сейчас к Стрелке и будем смотреть, почем здесь продают клубнику. А чья клубничка? 300 рублей наша. Аромат вообще пушка. А горох? 400 килограмм. Попробуем сейчас. Я сейчас боюсь, я останусь. Надо поспрашивать сначала ценники везде. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас что почем? Горох 500, клубника 350. А помидорки, огурчики? Пробуй. Помидорки 200, 100 рублей, 100 рублей редисочка. Угу. А картошечка? 150. И такой большой чеснок? 50 рублей. А рыбу кто забыл? Хотите, купите, будет ваша. Спасибо. Ну, сейчас вернусь. Еще почем у вас клубничка? 300 рублей, 250. Понял. А горох? 500. Ценники примерно одинаковые. А у вас? По 300. А картошка? 30. Понял. Спасибо большое. Так, смотрим дальше, ребятки. Раз, два, три. Здравствуйте. Здравствуйте. Почем ваша клубничка? Скажите, пожалуйста. 350 и 300. А картошка? 100 рублей. 100 рублей. Тоже своя уже, да, пошла? Да. Спасибо. А ваша в клубничках? По 300 все. Разные сорта причем. Какая-то одна такая блестит тут крупная, это не блестит. Сорта. Тут. Разные сорта. А как называются сорта? Ну, тут 6 сортов этих. Расскажите, мне все интересно. Тут много сортов. Которая блестит, Азия называется. А остальные не знаете? Расскажите, вообще-то не знает просто, какие там. У вас какую цену? 300 рублей. По 300 рублей клубничка. Картошка, капуста, расскажите тоже. Угу. 70 рублей. А перчик? 30. А это острый, что ли? Нет, вот острый. А острый почем? Тоже так же, чисто. Так же. Отлично, так же. Спасибо большое. Вторая клубничка вкусная, наверное. Ну, тоже вкусная, но чуть сладости побольше, или я просто переел.